территории западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. И вот этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют. Об этом тоже мы уже говорили. Перечеркнул доверие к этим валютам. Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем с этого, с нашего природного газа, переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. Всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции. И нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей, включая и приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке. Прошу Банк России совместно с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций.